Приветствую, друзья. Меня зовут Кристиан Блэк, и мы вновь играем Транзистор. И я безумно рад этому. Мы близко к развязке, очень сильно. Вперед. So this is Fairview. Farther from town than I thought. О, мы так близко. Почему не могу пройти? Что за? Trying times. Very trying times these days. Graham, the others, they've gone ahead without me now, haven't they? Just you and me now. Нет, не только. И парень, который сидит в нем и пожертвовал своей жизнью ради меня. Как тогда катаклизм забирал мир Бастиона, так и здесь. Тот же концепт, но... Господи. When everything changes, nothing changes. You see? When everything changes, nothing changes. But all this, this isn't what we had in mind. Идиоты. Better. Теперь все электронное и нечеловеческое. То есть вот как вы будете. Опа. Вы видели, сколько они мне урон нанесли? Агент под защитой. Кто бы сомневался? Давай, девочка. Маскировка? Сразу же? Мы не можем ничего сделать. Давай. Ты справишься с ним. А нам лучше укрыться. Наивный. Настала наша очередь атаковать. И свалить куда подальше. У меня появилась одна идея. Эта девочка заберет, что нужно. Если бы не экстренный ход, мы опять что-нибудь потеряли. Джонт, например, что было бы потерей. Кто они? Секунда. Вперед. Go for it. We knew we'd have our detractors. What we were doing was wrong in the traditional sense, in the contemporary sense. Ладно, нужно что-то сделать, а именно поставить вот эту штуку. Что нам не нужно?
но заняты все ячейки, абсолютно. Джонта мы избавиться не можем. Вот это занимает много, но без этого как-то трудно. Приходится чем-то жертвовать. Ради восстановления здоровья. Да, вы правы. Хотя, возможно, мы что-то сможем поставить в слот пассивный. А, мы это уже сделали. Наивный. А если вот так и вот так? Вперед, девочка. Парик. А какого хрена ты... А, он пытался ударить агента. Совершенно новые виды противников. Ага, он скрывал других. Наверное. Ага. Давайте сначала справимся со стойким. Но этому тоже можно добавить. Нет, этому вот так. Вот так, так и вот так. Девочка, ты еще тут? Умничка. Барк. Барк. Нет. Вот такой барк. Молодец. Сделал все как положено. Он регенерирует. Мы так не договаривались. Возможно, так ты передумаешь. Да. Наивный. На самом деле не так сильно. Что ты скажешь мне? А ничего. Let's fly. О. Everyone always said you can be anything you want in this town. This is it for me. I could get used to this. Как скажешь, дружище. There's these traces inside the transistor. Everyday people once upon a time, but now, well, not quite themselves. And they're trapped. No walls in there, mind you. It's just they're on their own. Listen close enough and maybe you can hear them. Some of them, I mean. The ones you know. Но я не знал этого парня. Just a bit farther.
Я не буду оставлять... заканчивать серию сейчас. Идем вперед. Нельзя оттягивать неизбежное. Да, эти не прячутся. Я бью не парик, я бью... Но ведь я бью не парик, я бью... Какого хрена? Я бью человека, я умею читать. Все остальное тоже. Угу. Как насчет получить дружеский? Охренеть! Нам очень-очень-очень плохо. Настолько плохо, что я сваливаю. Девочка. Разберись с этими ребятами. Так как они того заслуживают. Можем восстанавливать здоровье. Это я знаю. Ее убили. Однако она... Он назвал ее Луна. Вот так тебе. Забери. Забери. Пожалуйста, забери. Молодец. Надо как-то ей помочь. Хоть как-то. Да. Этим ходом мы атакуем и свалим. Молодец. Умница. If Royce can hold them off, so can you. Мы выжили. Next. Что это такое? Оно уже не выглядит белым. Хочет быть главным везде и всюду. Глубина, бесконечность. Надеюсь.
It changes shape all the time. Теперь вы вдвоем будете говорить. Bridges, parks, highways, rising, falling. Rising and falling. At the people's whim. With the changing of the seasons. Even the seasons, they're just whim. I guess I grew weary of it. Встал он. Things changing all the time. All the time. Иди ты, к чертовой матери. Ребят, давайте здесь остановимся. Потому что, ну... Потому что нам, видимо, еще придется поплутать немного здесь. В любом случае, я благодарю вас за то, что смотрите меня. И мы увидимся с вами в следующих сериях. Всем спасибо за внимание. Всем пока.